13-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 23 по 30 июля 2022 года. Об этом сообщили на официальном сайте мероприятия. Традиционно зрителям фестиваля представят самые ожидаемые премьеры украинских и зарубежных фильмов, а также мировые фестивальные хиты, которые скоро выйдут в украинский прокат. Также в рамках 13-го кинофестиваля состоится профессиональная секция платформы для поддержки и развития украинских кинопроектов. Кроме того, в планах организаторов провести летний кинорынок для представителей кинокомпаний и кинотеатров. Детали программы и старт приема заявок на участие в 13-м Одесском международном кинофестивале объявят в начале следующего года.